Всем огромнейший привет! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Меня зовут Новосветлова Наталья, и в этом видео мы вместе с вами посмотрим мои пустые баночки за этот месяц. Обсудим, какие продукты понравились, которые не очень. Даже сейчас пока на скидку не скажу, что было не очень. В общем, давайте будем смотреть и уже по каждому продукту обсудим. Я надеюсь, вы налили себе кружечку чая или кофе, потому что смотреть много чего интересного. Давайте, средства по уходу за лицом, потом декоративная косметика у нас пойдет, парфюмы, ну и в общем там, что еще у нас есть, там еще интересное есть. Первое, что закончилось, это двухфазное средство от компании Mary Kay для снятия макияжа с глаз и губ. Открыла новый для себя этот продукт, мне он нравится, на ватный влажный диск наношу, смывает хорошо, активный, яркий макияж, все просто безупречно и ухаживать за областью глаз. Что еще сказать? Все понравилось. Следующее, что у меня закончился, вот такой вот закончился у меня тоник от фирмы Riche. Скажу сразу, мне для лица он не особо понравился, он мне как-то щипал кожу. Вот такие у меня были ощущения. Но область декольте распределяла, брызгала, все было замечательно. Дам этому флакону вторую жизнь, потому что мне нравится переливать тоники в пульверизатор, а сюда как раз-таки войдет большой объем как раз-таки тоника, и будет у меня еще служить дальше этот флакон, это да. А следующее, что закончилось, это сыворотка серии Client Proof от компании Mary Kay. Для проблемной кожи пользовался сын. Я пользовалась таким продуктом только когда какие-то у меня прыщики, воспаления именно прям локально на эту зону. У него вот эта вот именно часть и еще на руках. Какие-то скрытые такие, как бы, как не знаю, как это назвать, как будто шарики, жировички или что это как-то по-другому, может быть, называется. В общем-то, новый мы такой открыли, нам нравится и результат от него. И, в общем-то, без этого продукта не хочется быть, поэтому он классный, крутой. Следующее, что закончилось, сыворотка от компании Mary Kay. И это сыворотка поры Minimize, которая сужает поры, которая успокаивает кожу, которая как бы делает более выравнивает рельеф, потому что поры сужены, подтянуты, обладает таким небольшим прям лифтинг-эффектом за счет сужения пор. Открыла для себя новый, потому что без него просто никак. Тон-корректор выравнивает тон кожи, успокаивает также кожу. Мне, в общем, нравится, уже пользуюсь сколько, уже несколько лет такими продуктами, поэтому открываю новые. Закончилась у меня крымская роза, покупала в прошлом году в Крыму, очень много продукции именно брендов, фирм, которые у нас в Крыму, и это у нас крымская роза, именно такая вот пипетка, это гелеобразная, мне кажется, неплохая, она в плане увлажнения была, вот именно действительно, да, прям лифтинг, ну, наверное, было, потому что все как-то, все у нас, все хорошо. И по вот этой сыворотке я как бы работала еще аппаратом, который фотохромного действия со светом. Красный включала цвет, включала еще зеленый. Вот, в общем-то, вот такая вот сыворотка. Крымская роза, вообще хорошая фирма. Ну, мне все было нормально для лица и шеи на основе гидролата розы. Понравилась мне, в принципе, она, вердикт скажу, понравилась, хорошая. Из декоративной косметики на этот раз закончилось много всего. База под макияж. Очень мне нравится эта база. Она с SPF 15. Она прям хорошо по лицу распределяется. Она такая, как бы, знаете, такая, как такая плотный консистент, средней плотной консистенции. Очень хорошо распределяется по лицу. Выравнивает прям лицо. И классно прям потом смотрится, как на ней лежит тональная основа. Мне как бы очень нравится этот эффект. Далее у меня закончилось две тональные основы от компании Mary Kay. Одна в оттенке, это у нас еще предыдущий, Ivory 6, предыдущий дизайн был. Все до конца вот просто даже там разрезала. И сияющий Ivory 110. Я одновременно использую два цвета, темный и светлый. После того, как прошла там несколько раз обучение у Елизаветы Щербаковой, там разные... Умею делать контуринги, и лифтинг, и питательные, и ой, там, какие же еще, ну, в общем, неважно. И, в общем-то, используются два
темный, светлый, тут темный, да, ты зона, то есть светлый. Вот использовать. Мне нравятся вообще тональные основы Mary Kay. Я вот, в общем-то, у меня еще есть, но там какие-то, в общем, я пользуюсь ими, да. Туши вот так вот много. Была произведена ревизия, и все закончилось. Давайте поговорим о тушах компании Oriflame. Недавняя новинка из серии Giordani Gold. Такая вот кисточка у нее. Вот такая вот. Мне она очень понравилась. Создает объем удлинения. Ну, просто уже не тот вот полностью эффект, и, в общем-то, мы с ней вот как бы это хочу повторить для себя такую новенькую. Следующая тушь 5 в 1 бестселлер с силиконовой вот такой вот кисточкой. Тоже все было отлично, люблю эту тушь, все, ну, вот, в общем-то, уже все. Следующая тушь от компании Mary Kay, это Lash Love Panorama. Очень мне она тоже прям нравилась. Вот у нее такая кисточка. Жалко, что она такая ограниченного была выпуска. И уже такую не заказать. Следующая тушь у нас от компании Mary Kay Lash Love Mascara. И у нее уже вот такая вот силиконовая кисточка совсем другая. Видите, здесь такая наподобие, но она, в общем-то, вот такая пушистенькая все-таки. Но тоже силиконовый эффект такой пушистости, но кисточка силиконовая. В общем-то, вот такие вот у меня туши все просто закончились. А следующее, что полностью закончился от Oriflame, карандаш для бровей в светлом оттенке, вот с такой вот щеточкой на конце. Это все-таки так удобно, когда у тебя тут и щеточка, и карандаш. Вот в светлом оттенке был... Все, такого нет цвета, очень-очень жаль. Далее, что у нас? Оттенок латте. Это контуринг скулы выделять от компании Mary Kay. В общем-то, да, закончился. Дальше, два ароматы. И все в мини-версиях у меня закончились. А, значит, вот такой вот позес. 8 мл. Удобно с собой. Мне так бывает даже с собой несколько маленьких. Вот полностью закончился аромат, который я люблю, аромат Позес. В большом флаконе у меня сейчас даже получилось, что открыто два даже больших задвоились. Хотя вот этим летом я активно пользуюсь вот с собой почему-то маленькими, они у меня вот как-то так входят. Я сказала, что аромат Позес, он такой все-таки больше к таким классическим, к женственным относится. Он тебя как-то укутывает, обволакивает, но это такая... Даже боюсь сказать слово сладость. Нет, это не сладость. Это больше какая-то шипровость с какой-то такой... С, тоже вот с цветочностью больше вот так. Следующий аромат от Mary Kay. И выходили вот такие миниатюры. И это у меня у нас Diamond. Forever Diamond. Очень классный аромат. Такой свежий. С такой какой-то чистоты, такой женственности аромат. У меня такой еще полноразмерка есть. И вообще еще есть такие миниатюры в запасе. Хочу их открыть, потому что хочется снова с собой брать, чтобы не целый флакон. Такой женственный какой-то. Бриллианты навсегда называется аромат. Вот чистоты, искренности. Какой-то вот, в общем-то, такой вот аромат. А следующее, что поговорим о продуктах, которые, в общем-то, давайте такие в перемешку интересные. От компании Faberlic заказывала Фитополис. Это для кондиционирования воды. Здесь у нас 12, если я не ошибаюсь, пакетиков саше был. Вкус воды очень классный. В емкость наливаете 1,5 литра воды. Пакетик, вот он вот такой вот небольшой, кидаете его, коралловый, песок и серебро здесь. И вода как-то напитывается, тонизируется, у нее получается другой вкус. Детям очень понравился, в общем-то, классная такая штучка. А следующее, что у меня закончилось, это закончился фитогель от компании Тиандэ Славитон. Открыла для себя новый, потому что такой вот я люблю продукт. Ноги устали, наносишь, во-первых, снимает тяжесть.
в ногах, способствует улучшению микроциркуляции крови, предотвращает появление сосудистой сетки, способствует укреплению стенок сосудов, снимает усталость, предотвращает отечность ног и возвращает ногам ощущение легкости и здоровья. В общем-то, вот коробка от нового. Он такой, ну, вообще, не знаю, там есть, нету. Нет, он не давится. Ну, в общем, он абсолютно такой прозрачный, гелеобразный, полностью из флакона хорошо, просто весь. Даже не пришлось его разрезать. Как я люблю это, да? До конца, до донышка. Да? Но эффективный продукт, в общем-то, открыла для себя новый. Также я пила продукт Fito Relax для ног. Да, во влогах на канале я вам рассказывала, что там буду пить, заказывала много-много, и еще не все допила, но это вот на данный момент сколько выпила, столько вам показываю. В первой половине дня это у нас с природным винотоником и малиной. Здесь разводится в воде, и получается такой вкусный, приятный, получается такой, как-то, ну не компотик, сиропчик, коктейльчик, и выпивается. Вот такой вот продукт, работает хорошо с венами, и здесь у нас померанец, хвощ, сабельник и витамин С, вот в этом продукте. А следующее, что гель для душа, недавно новинка от Oriflame серии Love Nature, просто крутой, ароматный, кремообразный, мне кажется, выпили, съели, ну я так утрированно, всем он понравился, зашел. Просто бомбический аромат, в общем-то, очень-очень нам понравился. Значит, закончилась вот такая у меня зубная паста от компании Tiande. Я очень люблю зубные пасты именно этого бренда. У меня чувствительная эмаль. Хорошо себя чувствуют зубы, десны. И вот в этот раз была из серии «Доктор Тайга». Я даже тут где-то по-русски есть что-то написано. Из серии «Доктор Тайга». Вот такая вот 0% парабенов, 75 мл. Вот такая вот зубная паста от Tiande. Хорошо освежала, очищала, удаляет также налет, кариес и все остальное. От компании Faberlic вот такие вот два продукта у меня закончились. И это у меня зубная паста. В такой вот просто упаковке в новые люди. Потому что сейчас основатель компании, предвыборная у него компания, и, в общем-то, вот такие вот вещи выпустили. Жидкое мыло с тонким цыточным ароматом, деликатно, эффективно очищает кожу, все нормально, замечательно. И зубная паста очень такая мятная, хорошо пенится. В общем, все было замечательно, все понравилось. Дальше. Краска. 5,25 оттенок. Вот такая вот от Oriflame. Все замечательно, нормально. Это вот как раз-таки цвет, который на мне. Ну и сейчас поговорим о тех продуктах по здоровью, которые очень классные и интересные. От компании Tiande вот допила полностью всю коробку. Это вишнево-гранатовое желе с коллагеном. Вот там такие вот эти вот, в таких вот пакетиках. Просто съедаете весь этот пакетик. Пополняет запас природного коллагена для сохранения упругости и увлажненности кожи, улучшения состояния волос и ногтей, позволяет суставам остаться крепкими, гибкими, быстро восстанавливается после физической нагрузки, совместно с натуральным пектином и ценным вишнево-гранатовым соком дарит активность, выносливость, ощущение легкости, насыщенность витаминами и антиоксидантами, поддерживает иммунитет. Один стик на, в общем-то, в день. Уже не знаю по счету, какая у меня эта коробка. Мне этот продукт очень нравится. И я ссылочку на компанию Tiande в инфобоксе обязательно оставлю. Как только появляется на складе, это очень востребуемый продукт. Я всегда заказываю по одной, по две. В общем-то, вот еще у меня есть одна в запасе. Хочу открыть. И как только появится на складе, обязательно для себя заказать. Следующее, что закончилось от компании Tiande, это вот такие вот биологически активные добавки. Пили с мужем. В общем-то, такой вот баночки. Это у нас я пила шоусин в этот раз, муж пил зеленый фусин на месяц, на вот как раз-таки 30 дней. Открыли какие-то, в общем-то, открыли какие-то новые для себя на этот раз. Все, здесь инструкция для чего, что вообще, как, какой состав. Состав у них отличается, но это так коротко. Так, и еще
Вот такой вот California Gold Nature продается, в принципе, на Ethereum. Я покупала у себя здесь в городе, в какой-то лавке здоровья. Это витамин С. Как раз-таки я еще пью капсулу коллагена. И вот коллаген пила вот эти вот. Здесь 75 мг. 60 капсул. По одной капсуле в день пила на 60 дней. Получается, мне хватило на 2 месяца. Закончился у меня коктейль от компании Тиандэ, вот такой вот шоколадный. Открыла я сейчас клубничный. В общем-то, вот такая вот банка. Все прекрасно разводилось, когда нужно перекусить, когда вот полностью его допила. Банки тоже дам дальнейшую жизнь в хозяйстве пригодится для каких-то там сыпучих круп, чего-то такого. Пью не каждый день, скажу вам сразу. Когда вот нужно перекусить, что-то такое, это быстро меня прям спасает. Вкус мне нравится вот и шоколадный, и клубничный. Здесь, конечно, очень хороший состав. И каждый еще здесь у нас с гуараной и эль-карнитином. Белковый коктейль. Супер антиоксидант еще. В общем-то, он с клубникой, он немножечко другой. Ну, из бытовой химии у меня просто закончилась просто упаковка соли для посудомойки. И все. Вот такие. На этот раз мои вот такие вот пустые баночки. Разноплановые, абсолютно разные. Не скажу, что на этот раз сильно много, но вот что-то все совсем закончилось с другого плана. Обычно еще какие-то шампуни по уходу за волосами, много всего для лица бывает, много, намного больше. А в этот раз что-то декоративка, здоровье, в общем, чем занималась, то и закончилось. Ну, буду с вами прощаться. Надеюсь, для вас это было видео интересным. Я вас обнимаю очень крепко, целую, говорю всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.